При подготовке фотографий к публикации мы стараемся придать ей квадратную форму. Этого можно добиться двумя способами: либо обрезав имеющуюся фотографию до квадрата, либо нарастив фон. Предположим, мы имеем дело с вот такой фотографией. Обрезать мы ее не хотим, потому что при обрезке у нас потеряется часть изображения, часть деталь окраса. Поэтому от этого варианта мы отказываемся, мы хотим нарастить фон. Если использовать программу Adobe Photoshop, то как мы это делаем? Открываем программу, открываем изображение, с которым будем работать, файл открыть. Вот это изображение. Теперь мы должны выбрать оттенок фона, который будет добавлен для того, чтобы придать форму квадрата. Нам хотелось бы использовать примерно такой же оттенок, как в нашем стандартном фоне, который мы используем в оформлении группы. Для того, чтобы мы могли этот оттенок наиболее близко выбрать, мы откроем второй файл именно с этим фоном. Файл открыть. Вот этот наш фон. Когда он у нас открыт в Adobe Photoshop, мы можем выбрать фрагмент этого фона себе для цвета нашего фона для фотографии. Вот у нас здесь есть два таких квадратика. Нас интересует нижний, потому что нижний отвечает за цвет фона. Мы на него кликаем. И у нас появляется инструмент пипетка. Этой пипеткой мы можем кликнуть в том месте фона, которое нам кажется наиболее подходящим для общего фона. Вот этот край мне кажется темноватым, я хочу выбрать более светлый, поэтому выбираю примерно вот отсюда. Но он получился темнее, значит, еще пробуем вот здесь. Вот, предположим, вот такой. Да, согласна. Больше нам это изображение не нужно, фон можем мы закрывать. Теперь мы должны добавить сюда фон. Идем в меню изображения, размер холста. Размер холста здесь в настройках представлен в сантиметрах. По сантиметрам мы не ориентируемся, мы ориентируемся по пикселам. Поэтому выбираем вот здесь вот пикселы. Поменялись цифры. Мы видим, что наибольшая сторона 520 пикселов. Соответственно, фон должен быть еще немного больше. Выбираем, скажем, 540. И здесь, естественно, тоже, потому что мы хотим, чтобы форма была квадратная. Окей. Вот у нас появился такой фон. Теперь нам еще нужно уменьшить фотографию до стандартного. Опять-таки изображение, но уже размер не холста, а размер самого по себе изображения, целиком и полностью. Выбрали размер изображения, меняем на 520. Мы только в этом поле ввели новое значение, в этом оно автоматически уже нам выставилось. Да, подтвердили. И файл сохранить. Все, фотография готова.